Так, ржица, ржица. Вот здесь фотография. Собрались, качнется кумом неба, большой и звездно-снежный. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И как купол от заката растер меж сосен наши. О чем грустишь, бродяга? А ну-ка улыбнись, и кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Сегодня вспомним, чьи глаза, как раны, на сердце забегли. Мечтами или песнями мы каждый вздох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Мечтами или песнями мы каждый вздох наполним. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Спасибо, браво, спасибо. Ну вот, на этой ноте у нас начался сольный концерт великой артистки, моей любимой Ирочки. Вы все ее знаете. Да, давайте еще раз ей похлопаем. Ирочка, спой нам еще что-нибудь. Давай, давай. На улице где-то одинокая бродит гармонь, кто пойдет на поля за ворота, то обратно вернется опять, словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Словно ищет в потемках кого-то и не может никак отыскать. Эти поля ночная прохлада с яблонь цвета облетает густой. Ты признайся, кого тебе надо, скажи, гармонист молодой, и признайся, кого тебе надо, ты скажи, гармонист молодой. Все, ну хватит. Да, хватит. Молодец! О, браво! И на кирпичная чистые вокзальные, платочки белые, глаза печальные. Распрощалась я, вас не касается. Только мигом одним, чем дорожу, чем рискую на свете я. Мигом одним, только мигом одним. Парней так много дала ты.
А я люблю женатого. Его я видеть не должна. Боюсь, ему понравится. С любовью справлюсь я одна. А вместе нам не справиться. Аж французы запели! О, браво, браво, браво! Так, ржица, ржица. Вот здесь фотография. Раз, два, три. Чиз! Чиз! Вот. Так, и одну? Ну, конечно, две. Раз, два, три. А вдруг сотрется? Да, ну, на вдруг сотрется, ладно. Да, или там, давай. Ну, все уже. Раз, два, три. Опять? Еще раз? Скажите, девочки, вы еще привидится? Да! А видео, да! Завтра! 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 Нет! Девочки, постойте минуточку. Спасибо. Дайте мне логично закончить этот фильм. Короче, друзья, наш вечер сегодня закончился. Смотрите, вот эти все наши девочки. Так, Ира такая. Наша певица. Наша певица. Она подползает. Да. Незаметно. Вот у нас кого только нет. Все. На нас показали. Все повара, все хорошо готовят, кто поет, кто на что готов. Короче, нам, девочки, самое главное, что нам вместе хорошо! Ну, а вон там, как Света говорит, у нас мужчины просто приклеили к стульям, понимаете, мы их не можем оттуда вытащить. Короче, друзья, все прекрасно прошло. Конечно, я очень сильно волновалась. Ну, все такие молодцы, все привезли, все, послушайте, все разложили по тарелочкам, все унесли, все убрали. Короче, молодцы, все мне, все очень-очень хорошо. И все благодаря моим розам. Ну все, уезжают все мои гости, послушайте, никак не расстанемся. Там у нас, смотрите, вообще все забуши. Инна! Все уезжают, послушайте, все довольны. Все. Послушайте, честно скажу, не разогнать. Не разогнать. Тяжело вот это так. А? Ну сядем, потом постоим.
Потом... День был, конечно, прекрасный, прекрасный. Вы представляете, тут как кричат, что-то тут это. У меня Ира остается, будет мне помогать убирать. Ой, ну вот уже предпоследние гости уезжают. И мы тогда уже сейчас еще пойдем, еще у меня Ира осталась. Слушай, ну вот так вот было долго, вроде бы все долго, целый день, а день пролетел, мы даже не заметили. Самые стойкие, самые стойкие. Оу! Ну вот, я отшумел такой веселый праздник, праздник под моими розами, праздник на террасе с моими розами, праздник с моими друзьями, праздник с моими новыми друзьями. И я очень-очень рада, что все прошло не то, что классно, а все прошло на одном дыхании, мы не заметили время. Мы не заметили, как день закончился. Мне сегодня девчонки очень хорошо помогли. То есть все там убирали, там помогали, резали, накладывали, докладывали, обслуживали наших мужчин. Послушайте, никак не могли расстаться. Долго расставались, долго. Послушайте, вообще прекрасный, прекрасный день. Спасибо всем, кто ко мне приехал. Спасибо всем, кто... меня, как говорится, столько лет воспринимает как свою подругу, кто меня любит. И я тоже вас всех люблю. И я надеюсь, что все будет хорошо, и в следующем году мы повторим этот праздник. Но, может быть, не в таком размахе, может быть, не в таком направлении, но мне кажется, мы по-другому не умеем. Друзья мои, кто еще не подписан на канал, подпишитесь на канал, поставьте лайк. Подумайте о том, что когда-то вы можете оказаться на этой террасе в нашей компании. А я всем сегодня говорю французское безу-безу, ваша провансалочка. И до очень скорой встречи на моем канале. Спасибо всем большое, что вы со мной. Пока-пока. Ну, еще раз я вам покажу немножечко свои розы, послушайте. Все-таки розы в ночи – это нечто. И с завтрашнего дня я уже начну обрезать свои розы, которые уже отцвели, которые уже начинают вянуть. Например, Вишан Блю. Она не перецветает, это одноцветущая роза. Но дело в том, что и шелковица уже в таком в размахе, она уже, посмотрите, приходит, все закрывает. Этот уголок еще недельку подержится, конечно, но уже... Мари Кюри уже нужно обрезать, уже тоже вот она такая облезлая. Есть розочки, которые еще очень даже хорошо будут держаться. Вот, посмотрите, например, какая же замечательная картинка у нас вот здесь проявляется. Но основная масса роз, которые я вам показываю уже в течение целого месяца и больше, вот этот вот наплыв огромный, вот это как я говорю, вага, вот эту волну, розовых, просто каких-то непонятных кущ. Вот, заканчивается немножко период. Все будет немножко поскромнее. Причем я буду чистить сейчас сад очень даже серьезно, в надежде, что те розы, которые могут перецвести, они перецветут в июне. Я еще наслажусь этим цветением не один раз вместе с вами. Конечно, этого буйства красок уже больше не будет, к сожалению. Но что-то будет другое, и до июля месяца, я думаю, что у меня всегда будет что вам показать в саду, ну а потом останется только зелень, которую мне придется сохранять, поливая ее, потому что Прованс, это Прованс, и здесь долго без воды никто не живет, и розам будет очень жарко. Поэтому, друзья мои, наслаждайтесь, наслаждайтесь, это такие прям практически последние моменты, когда у меня в саду очень много роз еще, когда у меня в саду еще вот так шикарно красиво. Тут, послушайте, мне сегодня, наверное, вытоптали травку
тут ходили все фотосессии, делали, фотографировали, что-то снимали, что-то отправляли там на Инстаграм и там куда угодно. Ну, мой сад станет еще более популярным, я думаю. Ой, я на самом деле очень рада. День был прекрасный. День был замечательный. Немножко тяжелый, немножечко, как говорится, жарко мне сначала было. Но, тем не менее, послушайте, вот я уже сейчас практически уже все поставила посудомоечную машину, мы с мужем все унесли, я там все разложила по холодильникам, что у меня осталось. Вот после этого стола гости уехали. А, послушайте, я хочу сказать, что это было здорово. Это было просто шикарно. Боже мой, какое счастье, что у меня есть эти розы, какое счастье, что у меня есть эти друзья. Какое счастье, что мне жизнь подарила вот такие прекрасные моменты, которые я сама не только наблюдаю каждый день, но еще к тому же и делюсь с вами. Поэтому давайте сегодня прощаться. Я пойду сейчас выпью свой вечерний чай травяной и пойду отдыхать. А завтра будет другой день. И завтра мы встретимся опять на моем канале. Это уже будет другой повод. Будет там еще что-то, и что-то, и что-то. Но все равно что-то будет. Всем пока. Спасибо вам, что вы у меня есть. Подписывайтесь на канал «Провансалочки». И однажды...